В соцсетях продолжают обсуждать очередной выпад в адрес соотечественников от Андрея Макаревича. Музыкант, который ранее считался в России культовым, больше года назад перебрался за границу и критикует тех, кто имеет позицию, отличную от его собственной. В новом интервью Андрей Макаревич назвал патриотично высказывающихся россиян подтявкивающим говном. По его мнению, они никуда из страны не денутся, поэтому приезжать в Россию и петь для них он не готов. Очередной выпад артиста активно обсуждают и критикуют. Его поклонникам непонятно, почему кумир ополчился на страну, которая дала ему все и продолжает говорить в связи с этим гадости. С ними согласен журналист и публицист Михаил Шахназаров. В эфире проекта «Полный абзац» он не удержался и прокомментировал слова рокера. Раньше ему можно было подойти к микрофону и сказать: «Здесь в России воняет. Люди здесь говно, но завтра у меня концерты в Твери, послезавтра в Калуге, а через неделю еще в Туле. То есть я буду петь для говна, делать это с отвращением, но деньги все равно несите», — высказался Михаил Шахназаров. Публицист активно критикует уехавших знаменитостей и даже придумал для них аббревиатуру СРИ, самопровозглашенная российская интеллигенция. Он считает, что за прошедший год, который все разложил по полочкам, никто из покинувших Россию так и не понял истории. Да и не поймут никогда. Это факт, добавляет журналист. Что касается Макаревича, то с концертами в Европе у него беда, поэтому он устраивает творческие вечера и проекты, связанные с виноделием. Будет ли он выступать с машиной времени – большой вопрос. А вот теперь попробуйте сюда приехать и посмотрите, какие у вас будут концерты. 99% гарантий, что больше выступлений машины времени в России не состоится, заявил Шахназаров.